Возьмите книгу, пожалуйста. Пойдемте туда. Я думаю, что возьмите вот книгу и ваше сиденье. Пойдемте за медитацию. Ваше сиденье, ваше. Хватит, нет? Кто хочет еще? Есть? Ваш. Сердце. Восьмой еще.
Сирия. Потом после ретрита муж ругает. Кто хочет еще? Еще кто? Совсем маленький. Да. Давай. Манаска. Посмите там его, пожалуйста. Откройте страница 207. Начинаем из слова Масатипатана Сутта. Мы будем читать, да, примерно 10-15 минут. Инструкция практики медитации Випассана. Оригинал. Вы никогда не читали сегодня, может быть, вчера ночью, кто читали перед сном? Да, еще раз читаем, да. Сосисание тела. Нет, и сейчас начинаем из слова Масатипатана Сутта. Раз, два, три, громко. Масатипатана Сутта. 22-е поучение из длинного собрания Дхикха-никая. Шутка и тронга. Раз, два, три. Почитание ему, возвышенному святому, полностью пробужденному. Так я слышал. Однажды возвышенный пребывал среди народа Куру, местности Куру, называемой Камба-Садама. И там возвышенный обратился к монахам. О, монахи! Достопочтенный, ответили тогда эти монахи, и возвышенный говорил так: единственный путь существует, о монахи, к очищению сущности, преодолению горя и скорби, прекращению страданий и печали, к обретению правильного метода, к осуществлению ниббаны. Это именно четыре основания внимательности. Каковы же эти четыре? Когда, о монахи, находясь в теле, монах пребывает в созерцании тела, покромче, прозорливый, бдительный, старающийся преодолеть вожделение и печаль по отношению к миру, находясь в чувствах, он пребывает в созерцании чувств, усердный, прозорливый, бдительный, старающийся преодолеть вожделение и печать по отношению к миру. Находясь в уме, он пребывает в созерцании ума, усердный, прозорливый, бдительный, старающийся преодолеть вожделение и печать по отношению к миру. Находясь в объектах ума, он пребывает в созерцании объектов ума, усердный, прозорливый, бдительный, старающийся преодолеть вожделение и печать по отношению к миру. Созерцание тела. Сейчас, сейчас, сейчас. Давайте поближе ко мне. Поближе ко мне. Возьмите сиденье. Поближе ко мне. Прямо по центру. Мне холодно. Mm-hmm.
Присядь, пожалуйста. Продолжаем созидание тела. Раз, два, три. Созидание тела. Как жизнь верить по монашему, находясь в теле, пребывает монах в созидании тела. Монашеское дыхание. И вот по монахе удаются монах в лес. Он ждет у подножия дерева или в сторону хижины. Он садится со скрещенными ногами, с выпрямленной спиной. Сохраняя внимание прямо перед собой, он ровно и внимательно делает вдох, внимательно делает выдох. Делая долгий вдох, знает он, я делаю долгий вдох. Делая долгий выдох, знает он, я делаю долгий выдох. Делая короткий вдох, знает он, я делаю короткий вдох. Делая короткий выдох, знает он, я делаю короткий выдох. Ощущая все тело дыханием, я умею вдыхать. Ощущая все тело дыханием, умею вдыхать. Так упражняется он. Успокаивая дыхательную функцию тела, умею вдыхать. Так упражняется он. Успокаивая дыхательную функцию тела, умею вдыхать. Так упражняется он. И подобно тому монахи, как искусный токарь или подмастерье, если он долго точит дерево, знает, я долго точу дерево. Если он быстро точит дерево, знает, я быстро точу дерево. Точно так же он монахи знает тогда монах. Если он делает долгий вдох, знает он, я делаю долгий вдох. Если он делает долгий выдох, знает он, я делаю долгий выдох. Практические советы. Так пребывает он внутри собственного тела, дыхания, созерцания тела. Или пребывает он снаружи в теле другого человека. Или пребывает он внутри и снаружи попеременно в своем и чужом теле, созерцании тела. Созерцая вещи в их возникновении, пребывает он в теле. Созерцая вещи в их исчезновении, пребывает он в теле. Созерцая вещи попеременно в их возникновении и исчезновении, пребывает он в теле. Вот тело. Так его внимание устремлено к настоящему. Только пока оно служит познанию, пока служит внимательности. Независимым живет он, и ничьим в мире он не привязан. Так у монахи, находясь в теле, пребывает она в созерцании тела. Четыре положения тела. И далее у монахи, когда идет, знает монах, я иду. Когда стоит, знает монах, я стою. Когда сидит, знает монах, я сижу. Когда лежит, знает монах, я лежу. И каково всегда положение его тела, это в точности знает он. Так пребывает он внутри собственного тела, в созерцании тела. Или пребывает он снаружи в теле другого человека, в созерцании тела. Или пребывает он внутри и снаружи в теле, в созерцании тела. Созерцая вещи в их возникновении, пребывает он в теле. Созерцая вещи в их исчезновении, пребывает он в теле. Созерцая вещи в их возникновении, исчезновении, пребывает он в теле. Вот тело. Так его внимание устремлено к настоящему. Только пока оно служит познанию, служит внимательности. Независимый живет он, и ничему в мире он не привязан. Так у монахи, находясь в теле, пребывает монах в созерцании тела. Осознание. И далее у монахи, вот монах идет и возвращается, ясно осознавая то, что делает. Смотрит прямо в сторону, ясно осознавая то, что делает. Сбивается и вытягивается, ясно осознавая то, что делает. Носит одежду и чашу, ясно осознавая то, что делает. Если пьет, ждет, пробует, ясно осознавая то, что делает. Освобождается от нечистот мочи, ясно осознавая то, что делает. Ходит, стоит, сидит, засыпает, пробуждается, чихает, молчит, ясно осознавая то, что делает. Так пребывает он внутри тела, созерцание тела. Или пребывает он снаружи тела, созерцание тела. Или пребывает он внутри и снаружи тела, созерцание тела. Созерцая вещи в их возникновении, пребывает он в теле.
созерцая вещи в исчезновении, пребывает он в теле. Созерцая вещи в возникновении и исчезновении, пребывает он в теле. Вот тело, так его внимание усыплено к настоящему, только пока служит познанию, служит внимательности. Независимым живет он, ни к чему мире он не привязан. Так в монахе, находясь в теле, пребывает монах в созерцании тела, а в обращении к телу. И далее у монахи, вот созерцает монах это тело, для подложения вверх, как шкурка, вот вниз. Это тело, обтянутое кожей, наполненное всевозможной мощностью создавания. В этом теле есть волосы на голове, волосы на теле, зубы, кожа, мясо, сухожилия, кости, костный мозг, почки, сердце, печень, диафрагма, селезенка, кишечник, мякоть, желудок, кал, желчь, слизь, гной, кровь, пот, жир, слезы, тканевый сок, слюна, носовая слизь, суставная жидкость, моча. И вот у монахи, подобно тому, как детство, здоровье, картина, бабы, полные, разнозеленными, крючковые лица, горы, сравнимые, бабами, мукой, мамаха, зеленым, дружбой, зеленым, известным, крючком, тогда мог бы человек с хорошим зрением отходить и его смотреть. Вот это крючковые лица, горы, сравнимые, это бабы, мукой, мамаха. Это зеленый жужжок, это лицо с крючком. Точно так же монахи созерцает правильно это самое тело, от подошвы вверх, от кончиков волос вниз, обтянутая кожей, наполненная всевозможными нечистотами. В этом теле волосы на голове моча. Так как находясь внутри тела, пребывает он в созерцании тела. Или находясь снаружи тела, пребывает он в созерцании тела. Или, находясь внутри и снаружи тела, пребывает он в созерцании тела. Созерцая вещи в исчезновении, пребывает он в теле. Созерцая вещи в исчезновении, пребывает он в теле. Созерцая вещи в исчезновении, исчезновении, пребывает он в теле. Вот тело, так его внимание устремлено к настоящему. Только пока оно служит познанию, служит внимательности. Независимо живет он, ни к чему мире он привязан. Вот так у монахи, находясь в теле, пребывает монах в созерцании тела. О континентах! И далее у монахи, вот созерцает монах это тело в его соответствующем месте и положении его элементом. Есть в этом теле элемент земля, элемент вода, элемент жар и элемент ветер. И подобно тому монахи, как искусственный мясник и его подмастерье, зарезал корову, разорвал ее не на куски, а затем все перелез в четверку. Точно так же монахи созерцает монаха, как это самое тело, с его соответствующим месте и положением по элементу. Сейчас. Можно? Идите сюда, пожалуйста, молодой человек. Вы читайте один остальный. Читайте для всех. Послушаем, как он читает. Точно так же монахи созерцает монах это самое тело в его соответствующем месте и положении по элементам. В этом теле есть элемент земля, элемент вода, элемент жар и элемент ветер. Так, находясь внутри тела, пребывает он в созерцании тела. Находясь снаружи тела, пребывает он в созерцании тела. Находясь внутри и снаружи тела, пребывает он в созерцании тела. Созерцая вещи в их возникновении и исчезновении, пребывает он в теле. Созерцая вещи в их исчезновении, пребывает он в теле. Созерцая вещи в их возникновении и исчезновении, пребывает он в теле. Вот тело. Так его внимание устремлено к настоящему, только пока оно служит познанию, служит внимательности. Независимым живет он, и ни к чему в мире он не привязан. Так и монахи, находясь в теле, пребывает монах в созерцании тела. 9 созерцаний на погребальном поле. И далее о монахе. Когда увидит монах тело, выброшенное на погребальное поле, через день после смерти, через 2 дня после смерти, или через 3 дня после смерти, раздувшееся, бледневшее, разлагающееся. Когда прилагает он увиденное к этому своему собственному телу. И это тело таково, и оно так устроено. И оно не избежит этой участи.
Так, находясь в теле, пребывает он внутри его, в созерцании тела. Или пребывает он снаружи тела, в созерцании тела. Или пребывает внутри и снаружи тела, в созерцании тела. Созерцая вещи в их возникновении, пребывает он внутри его, в созерцании тела. Или пребывает вещи в их... снаружи тела, в созерцании тела. Или пребывает внутри, снаружи тела, в созерцании тела. Созерцая вещи в их возникновении, пребывает он в теле. Созерцая вещи в их исчезновении, пребывает он в теле. Созерцая вещи в их возникновении и исчезновении, пребывает он в теле. Вот тело. Так его внимание устремлено к настоящему. Только пока оно служит познанию, служит внимательности. Независимым живет он, и ни к чему в мире он не привязан. Так у монахи, находясь в теле, пребывает монах в созерцании тела. И далее у монахи, когда увидит монах тело, выброшенное на погребальное поле, пожираемое воронами, пожираемое стервятниками, пожираемое коршунами, пожираемое собаками, пожираемое шакалами или пожираемое всевозможными червями, тогда предлагает он увиденное к этому, своему собственному телу. И это тело таково, и оно так устроено, и оно не избежит этой участи. Так пребывает он внутри тела, в созерцании тела. Или пребывает он снаружи тела, в созерцании тела. Или пребывает он внутри и снаружи тела, в созерцании тела. Созерцая вещи в их возникновении, пребывает он в теле. Созерцая вещи в их исчезновении, пребывает он в теле. Созерцая вещи в их возникновении и исчезновении, пребывает он в теле. Вот тело. Так его внимание устремлено к настоящему, только пока оно служит познанию, служит внимательности. Независимым живет он, и ни к чему в мире он не привязан. Так у монахи, находясь в теле, пребывает монах в созерцании тела. И далее у монахи. Когда увидит монах тело, выброшенное на погребальное поле, скелет, покрытый мясом, кровоточащее, скрепленное лишь сухожилиями. Скелет с обрывками мяса, закатанный кровью, скрепленный сухожилиями. Скелет, лишенный мяса, лишенный крови, удерживаемый сухожилиями. Кровь, кости, не скрепленные друг с другом, разбросаны во всех направлениях. Здесь кость руки, там кость ступни, там кость бедра, там кость голени, там кость таза, там кости позвоночника, там череп, побелевшие кости цвета раковины, куча костей, много лет лежавшего, истлевшие кости, превратившиеся в пыль. Тогда предлагает монах, он увиденное, к своему собственному телу. И это тело таково, и оно так устроено, и оно не избежит этой участи. Так у монахи пребывает монах внутри тела, в созерцании тела. Или пребывает он снаружи тела, в созерцании тела. Или пребывает он внутри и снаружи тела, в созерцании тела. Созерцая вещи в их возникновении, пребывает он в теле. Созерцая вещи в их исчезновении, пребывает он в теле. Созерцая вещи в их возникновении и исчезновении, пребывает он в теле. Вот тело. Так его внимание устремлено к настоящему, только пока оно служит познанию, служит внимательности. Независимым живет он, и ни к чему в мире он не привязан. Так и монахи, находясь в теле, пребывает монах в созерцании тела. Созерцание чувств. Как же теперь у монахи, находясь в чувствах, пребывает монах в созерцании чувств? Если у монахи ощущает монах радостное чувство, тогда знает он, я ощущаю радостное чувство. Если он ощущает чувство печали, тогда знает он, я ощущаю чувство печали. Если он не ощущает ни радостного, ни печального чувства, тогда знает он, я не ощущаю ни радостного, ни печального чувства. Если он ощущает радостное чувство, связанное с умом, тогда знает он, я ощущаю радостное чувство, связанное с умом. Если он ощущает радостное чувство, не связанное с умом, он знает, он, я ощущаю радостное чувство, не связанное с умом. Если он ощущает нерадостное и непечальное чувство, связанное с умом, тогда знает он, я ощущаю нерадостное и непечальное чувство, связанное с умом. Если он ощущает нерадостное и непечальное чувство, не связанное с умом, тогда знает он, я ощущаю нерадостное и непечальное чувство, не связанное с умом. Так пребывает он внутри чувств, созерцая чувства. Или пребывает он снаружи чувств, созерцая чувства. Или пребывает он внутри и снаружи чувств, созерцая чувства. Созерцая вещи в их возникновении, пребывает он в чувствах. Созерцая вещи в их исчезновении, пребывает он в чувствах. Созерцая вещи в их возникновении и исчезновении, пребывает он в чувствах. Вот чувство. Так его внимание устремлено к настоящему, только пока оно служит познанию, служит внимательности. Независимым живет он, и ни к чему в мире он не привязан. Так у монахи, находясь в чувствах, пребывает монах в созерцании чувства.
созерцание ума. Как же теперь у монахи, находясь в уме, пребывает монах в созерцании ума? Вот знает монах об уме, отягощенным вожделением. Отягощен вожделением ума. Он знает об уме, свободном от вожделения. Свободен от вожделения ума. Он знает об уме, отягощенном ненавистью. Отягощен ненавистью ум. Он знает об уме, свободном от ненависти. Свободен от ненависти ум. Он знает об ослепленном уме. Ослепленном. Он знает о неослепленном уме. Не ослеплен ум. Он знает о связанном уме. Связанном. Он знает о рассеянном уме. Рассеянном ум. Он знает о развитом уме. Развитом. Он знает о неразвитом уме. Неразвитый ум. Он знает об уме, которое можно превзойти. Ум, который можно превзойти. Он знает об уме, которое нельзя превзойти. Ум, который нельзя превзойти. Он знает о собранном уме. Собранный ум. Он знает о несобранном уме. Несобранный ум. Он знает об освобожденном уме. Освобожденный ум. Он знает о неосвобожденном уме. Неосвобожденный ум. Так пребывает он внутри ума, в созерцании ума. Или пребывает он снаружи ума, в созерцании ума. Так пребывает он внутри ума, в созерцании ума. Или пребывает он снаружи ума, в созерцании ума. Или пребывает он внутри и снаружи ума, в созерцании ума. Созерцая вещи в их возникновении, пребывает он в уме. Созерцая вещи в их исчезновении, пребывает он в уме. Созерцая вещи в их возникновении и исчезновении, пребывает он в уме. Вот ум. Так его внимание устремлено к настоящему, только пока оно служит познанию, служит внимательности. Независимым живет он, и ни к чему в мире он не привязан. Так у монахи, находясь в уме, пребывает монах в созерцании ума. Все. Возьмите сведение обратно, близко ко стене. Да? Извините, пожалуйста. Юра, объясните медитацию сити, пожалуйста. На 1.5-2 минуты. Давайте собираем книгу. Книгу собираем. На дыхание, вариант медитации, который практикуют молодые монахи. В буддизме Тхеравада считается, что эта медитация уже, в принципе, достаточно, чтобы достигнуть высоких результатов. Циферки – это вдохи и выдохи. И здесь, во время наблюдения за дыханием, надо считать вдохи и выдохи лесенкой. То есть первый раз мы считаем первый вдох, первый выдох, второй вдох, второй выдох, третий вдох, третий выдох. Мы можем просто про себя повторять цифры без слова вдох, выдох. И до четырех. Когда мы закончили первый цикл, плюсиком обозначены вдохи, минусиком выдохи, да? Когда мы закончили первый цикл, мы опять начинаем с единицы, но уже считаем до пяти. Первый вдох, первый выдох, второй, третий, четвертый, пятый вдох, пятый выдох. И так дальше снова только до шести. И так пока не дойдем до десяти. Цикла из десяти вдохов и выдохов. Задача здесь наблюдать два момента. Во-первых, наблюдать то, что вы не сбились и помните, какая цифра у вас сейчас по порядку в цикле, да, вдоха и выдоха. Вторая задача – это помнить, какой у вас цикл, то есть до скольки вы должны досчитать сейчас и не сбиться в порядке циклов. Если возникают какие-то сомнения, вы начинаете рассуждать, пытаться вспомнить, какой сейчас цикл, то это уже считается, что вы сбились, и тогда мы снова начинаем с самого короткого цикла. Собственно, ну,
нет ни одного человека, который никогда не сбивается. Все сбиваются, даже самые опытные практики. В этом нет ничего такого удивительного. Вот. И, соответственно, когда мы дошли до 10-го, возвращаемся опять сюда и опять это все повторяем. В этой медитации нет какого-то конца. Так вот. Спасибо большое. Лицо к стене. Ваше лицо к стене. Не спина к стене, а лицо к стене. Спина прямо.
Медитация как вы? Да. Посмотрите на меня. Четыре основные положения тела, да? Сидящие, стоящие, да, кадета. Сидящий, стоящий, ходящий и спящий. Знаете, да? Получается, мы медитируем, мы всегда мы можем медитировать. Медитация не только когда мы сидим и медитируем, да? Получается, спящий тоже, когда мы спим, тоже мы можем медитировать, да? Потом вы будете читать, я не буду объяснять, да? Сейчас мы будем сниматься медитация ходьбы, да. Сначала встаньте, пожалуйста. Да. Да. Сначала руки сюда, да, руки сюда. Или сюда тоже можно, видите, да, держит так. Если так неудобно, давайте сюда. Лево себе, первый лево, а потом право. Держитесь. И стоим, да? Стоим, не смотрим вперед, далеко. Да? Что случилось? Можно наоборот, очень неудобно. Лево сверху, левша. А, да? Левша? Легче? Вот так легче. Да. Можем переродиться легче. У биологов, да? Биологически с точки зрения переродиться лучше. Новая жизнь, новые клетки, новые начинания, новые просветления. Руки сюда, да? Или не важно, лево, право, ну просто вот. Или так. Держите, как монах. Обычно монах Таиланда так держит. Столько дольше. Потому что когда ходит так, ну, сонливость появится. Что убирает от сонливости. Вот. Видите, монах держит. Чем больнее, чем лучше. Но 5 минут это понятно, когда 1 час это нелегко. Понимаете, да? Вот. Мы стоим, первые, да, стоим, посмотрим вперед, примерно 1.5 метра на пол, посмотрите, да? И скажите, я стою. Сделал вдох, выдох, я стою. Вдох, выдох, я стою. Вдох, выдох, я стою, да? И потом начинаем ходить. Начинаем ходить, мы поднимаем, да? Начинаем ходить вот так, да? Просто скажите для первой, да, первое упражнение. Вы скажите право, да? Лево, право. На нечироко, да? Право, лево. Правое. 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 Извините. Я не русский человек. Да? И на самом деле, если честно. Сказала, да. А вы знаете русский язык, почему вы не знаете, кто охотится за вас? Московский патриархат.
очень странный. А почему не буддийский верховный совет? Это большая ошибка. На самом деле, Акоцица Савас не только московский патриархат и верховный буддийский совет бурьянский. Бурьянский верховный буддийский совет. Верховный буддийский совет бурьянский санги. И верховный буддийский совет Камыки. И Верховный Буддийский Совет Тувы, Республики Тувы. И они совместно работают с Верховным Буддийским Советом Монголия, Таиланда, Бирмы, Лаос и Камбоджи. Это международная организация, которая охотится за вас. И еще еще Букри Багдади из Сирии тоже планируют ищет вас. Это второй очередь. После разрушения Сирии они будут. Значит, вторая миссия это охотиться за вас. Вам не надо читать книгу, я расскажу. На мистике ТВ-3. Хорошо. Мы стоим. Вы не переживайте. Посмотрите на меня. Я буду лечить, что они ходят от вас. Лучше? Посмотрите. Лучше, нет? Я московский. Там патриархат уже ушли. При поднимании тела. Давайте медитация как бы. Да. Сначала, когда входим, да, вы должны знать, вы должны осознавать ваши движения каждый миллиметр. Да. Да. Сначала. Но есть тайские методы, так и делаем. Раз. Два. Да? Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Угу. Так. Ходим, да? И уже у вас стен, да? Вы не можете ходить. А вы это не я. Я могу переходить через стену. Вы знаете, каким образом? Через стену. Ну, через стену. Вот через стену. Открою и через стену. Это тут, это здесь. Когда мы, ну, там стоим перед стеной, да? Перед стеной. Вы скажите, сделай вдох, выдох, я стою. Вдох, выдох, я стою. Вдох, выдох, я стою. Потом обратно, всегда направо. Раз, два. Два. Стоим на месте. На месте. Раз. Два. Раз. Два. Стоим. Раз. Два. Раз. Два. Еще раз стоим. Делаю вдох, выдох. Я стою. Вдох. Выдох. Я стою. Вдох. Выдох, я стою. Три раза. Начинаем ходить. Раз. Два. Раз. Два. Угу. Ходим таким образом. Три раза туда-обратно. Понимаете, да? Ходить, как настоящий инвалид. Ходить, как настоящий инвалид. Понимаете, да? Или ходить, как вы только после восстановления организма. Да, когда человек очень сильно заболел, когда поднял первый день из кровати. И он ходит очень медленно. Очень медленно, как вы настоящий инвалид. Чем медленнее, тем лучше. На самом деле мы все инвалиды. Понимаете, да? У нас, короче, кармы не хватает. Поэтому мы кармические инвалиды.
Да? И когда костен опять, всегда направо. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Переворачивали и не все сразу уходить. А потом раз, два, не все. Опять. Вдох, выдох, я стою. Вдох, выдох, я стою. Вдох, выдох, я стою. Выходили туда-обратно, просто раз, два, да? Раз, два. Раз, два. А потом переходим на третье, да? На третье движение. Раз, два, три. Раз, два, три. Или по-другому. Если вы не хотите сказать цифру, поднимаю, да, подниму, иду, опускаю. Поднимаю, иду, опускаю. Поднимаю, иду, опускаю. Хорошо? И таким образом сделайте примерно 40 минут, да, 45 минут. Ну, примерно 45, да. И если пока ходим, и вы чувствуете, что мысли стоит на месте, не, стоит на месте, и скажите, я стою, я стою, я стою, я стою. До того, что ваши мысли уходят. Понимаете, да? Или ходите, 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 вы уже перепутали, поднимаю, иду, опускаю, а вы забыли, поднимаю, Наталья, уже Наталья, это не иду, а Наталья, да? Когда вы чувствуете, что Наталья пришла, вы встаньте на месте, и не надо говорить слово Наталья, Наталья, нельзя, просто я знаю. Я знаю, я знаю. Или я стою, я стою, я стою. Понимаете, да? Когда вы чувствуете, что мысли уже остановили, вы уже остановили мысли, продолжайте ходить. Бывает, вы ходите, и вы чувствуете, что у вас голова крутится. Опять стоит на месте. Или какие-то, вы понимаете, вы слышали звук, например. Кажу, кажу, а потом собака лает. А потом собака. Вы скажите просто звук. 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 Стоит на месте и звук. 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 Случайно, пока во время медитации, и вы смотрели через окна. И вы видите птицы. Птички летают. А не надо говорить слово птички. Слово просто звук. Или я знаю. Всегда. Понимаете, да? Или вы чувствуете, что кто-то быстрее, кто-то медленнее ходит. Когда вы чувствуете, что она медленнее, она быстрее, чем я, ходит, вы встаньте на месте. Не надо продолжаться ходить. Понимаете, да? Стоит на месте всегда. Голова крутится, картины, звук, запах, мысли стоит на месте всегда. Когда вы успокаиваете, просто либо я стою, либо я знаю, а потом через какое-то время, когда вы чувствуете, что это запах уже ушел, или звук уже ушли, или картины уже ушли, или какие-то мысли уже ушли, продолжайте сниматься. Поднимаю, иду, опускаю, поднимаю, иду, опускаю, поднимаю, иду, опускаю. Таким образом. Собираем сиденье. Да, собираем сиденье. А, поставьте туда, на углу. Или стол не мешает никого. Хорошо? На углу. Лево, направо туда тоже. Налево, направо. Давайте... 10 человек здесь,
นะอีพิทนาสัจเลือกเราเมดิตาสเอ้ยเราบุญดิกะทิจะประสาสสุดาลาเลวันนะพระนะนวายตาตุดานะนาเลวะเปียดเฉลวิกนะพระว่าเปียดเฉลวิกนะอัตตุดาลูกีสุดาสุดอัตสุดาคว่าคว่าครูชิสาкогда вы чувствуете, что голова кружится, не все ходит. Понимаете, да? Голова кружится, не все ходит. Или солилось, не все ходит. Когда вы чувствуете, что у вас солилось, не стоит. Или просто скажите, солилось. Солилось не любит, когда вы говорите слово солилось. Ваш сын не любит, когда вы говорите, Дима, а это мама любит, когда Дмитрий не любит. Соливос тоже не любит, когда вы говорите слово «соливос». Дмитрий тоже не любит, когда вы кричали, Дмитрий, иди сюда. Понимаете, да? Поэтому, когда у вас соливос, вы скажите слово «соливос». Когда вы слышите звук, да, говорите слово «звук», потому что звук не любит слово «звук». Или вы видите картины. Вы должны понимать, что картины не любят, когда вы говорите «картины». Хорошо? Руки сюда. Сначала, извините, обратно к стене. Сначала, да, я стою. Давайте просто я стою 5 минут. Успокойте себя, да, смотрите вниз. Глаза не должны далеко смотреть. На потолки, там, ой. Да. Или налево, направо не смотрите, хорошо? Смотрите только вперед. Да, только вперед. Руки сюда, да, или к костине. Да? Вот. Я стою на месте. Я стою. Но если вы чувствуете, что когда вы станете на месте и какие-то мысли появляются, да, вы закройте глаза и скажите «я стою». Потому что бывает, когда откроем глаза, вы понимаете, много картины, понимаете, да, много, ну, там, предметы, которые мешают вашей концентрации. Поэтому Будда рекомендует, если вы не можете концентрировать, тогда закройте глаза и просто встаньте на место, я стою. А когда ваш ум, да, спокойным стал, да, вы можете начать ходить, да. Когда начинаем ходить просто так, первый, туда-обратно 3 раза. Раз, два, медленно. Раз, два. Раз, два. Самое главное, что вы видите движение каждый миллиметр. Не просто ходить, а видеть. Вы должны видеть движение каждый миллиметр. Ходить и видеть. Осознавать. Да? Потом это еще медитация, самата, медитация, концентрация. И это не еще випассана. Потом я скажу разница между медитацией и випассана. И медитация самата, медитация концентрация или медитация успокоения ума. Понимаете, да? Руки сюда. Я стою. Все. Начинайте.
Не смотрите налево, направо. Посмотрите вперед. Движение один час. Вы только ваши глаза посмотрите вниз на расстояние 1.5 или 2 метра от себя. Не смотрите налево, направо. Звук кухни, запах, да, люди, кошки, да, собаки, лают. Неважно. Если вы не можете говорить просто «я стою», «я хожу», «я иду», «я опускаю», вот, понимаете, ваши, ну вот так. Просто станьте на месте и скажите «я стою». Если вы чувствуете, что ноги болит, или руки очень болит, или суставы болит, станьте на месте до конца 45 минут. Хорошо. Ирина Николаевна, идите в зал медитации. Вы здесь, они видят через окна. Там для вас лучше.
повышаем, да, скорость движения. Да, проходите за медитацией. Ни одну секунду не повышайте скорость. Ходим, продолжаем медитацию ходьбы. Нет. Обратно в зал медитации.
Постаньте подушки между ногами. Thank you.
во время сидя, да, когда солилось, да, желание спать, я рекомендую встать на нескольких секунд, да, может быть, на 5 минут даже можно.
сначала терпит боль до конца, да, до конца. Но если вы чувствуете боль очень сильно, да, если боль очень сильно, не можете терпеть, можно встать, да, можно встать. И стоит 3-5 минут. А потом продолжайте.
Встаньте, пожалуйста. Так, сделайте на носках. Да, видно с вас. Видно с вас. Сделаем перерыв, да, 5 минут. Потом проходите сюда. Обратно сюда.